Здравствуйте! Вас приветствует канал Спипокомп, и сегодня я покажу, как настроить эмулятор RPCS3 для того, чтобы поиграть в игру Skate, вторая часть. Снимаю это видео по просьбе одного из подписчиков. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Я настроил на Ryzen Build 115-24. Игра имеет статус In-Game. Я с этим не согласен. По мне, она на Full Speed в 4К замечательно эмулируется. Какие я использовал настройки? Никаких патчей нету для нее, поэтому просто настройки. Здесь так, это важно. 4К разрешение стоит. И вот эти пункты нужно сделать. Apply Save Custom Configuration. Поехали. Воспользуюсь специальной утилитой, чтобы следить за параметрами ПК, а именно температуру центрального процессора и чипа видеокарты, FPS, нагрузку на них, сколько ватт потребляет и скорость работы вентилятора. Делаю на весь экран. И вперед, поехали.
Yoo-hoo! You know that's not allowed here. I warned you! Now you're gonna pay the price! Smells like victory. Ну да ладно, я не силен в этой игре. Главное, показал, какие настройки, как работает. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPVComp, ставьте лайки, заходите на наш сайт spvcomp.com.